Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня в гостях нашей передачи мой друг Армен Валисян, доктор географических наук, фриланс-аналитик. Сферы его интересов – это гибридные войны и бесструктурное управление. Армен, я думаю, мы перейдем на «ты», учитывая, сколько лет мы знакомы. И, если позволишь, первый вопрос. Нужна ли странам идеология? Как ты считаешь, или можно спокойно жить без нее, или менять ее, учитывая мировые тренды и тенденции? Вопрос очень интересный. Я думаю, что об этом можно очень много интересно говорить, потому что идеология, она так или иначе видна во всем. И иногда кажется, что идеологии нет, иногда кажется, что она где-то на втором плане, но если копнуть глубже, то всегда получается, что она есть, и во многих случаях она играет определяющую роль. Как мы знаем, в мире сейчас происходят очень интересные изменения, и опять-таки идеология, она в той или иной форме, в той или иной степени выходит на первый план. Ну вот мы видим, вот, даже вот недавно в масс-медиа проходят вот такие баталии идеологические. Очень серьезные есть заявления о том, очень серьезных людей, что, допустим, либерализм уже начинает терять вес и должен уступить свои позиции в мире. Есть очень серьезные дискуссии среди аналитиков и ученых на тему, а что должно прийти ему на смену. Но здесь, видимо, самый главный момент в том, чтобы мы осознавали, что идеология присутствует во всем. И даже когда мы ее не видим, даже когда на первый взгляд нет никакой идеологии, нет никаких измов, они есть, они всегда присутствуют. Потому что без идеологии невозможно, в принципе, ни одна политическая кампания, ни одна политическая партия и ни одно политическое движение. В этом смысле очень важно понимать, а какая идеология стоит за сценой, потому что она есть тот волшебный продукт, который дергает за ниточки и во многом определяет те или иные шаги тех или иных политических деятелей. За сценой Армении какая идеология стоит сейчас? Хороший вопрос. С этим надо разбираться, потому что иногда звучат мысли, вот наш пример в частности как-то говорил, что мы должны отказываться от измов, что как бы сейчас наступает период, когда вот такие измы, может быть, и не нужны. Здесь, я думаю, очень важно понимать, что в принципе, невозможна никакая политическая деятельность без идеологии. И даже если мы не осознаем, и даже если мы не как бы вслух объявляем вот ту идеологию, которая положена в основе, она есть. То есть это то же самое, что если мы не завтракаем, например, но завтрак как таковой никто не отменял, и он, в принципе, существует. Да? Абсолютно верно. Или, допустим, другая аналогия – это стол. Как бы обычно мы представляем стол с ножками, и как бы политика без идеологии, она в принципе невозможна. И здесь мы приходим к очень интересному моменту, потому что в мире существуют сейчас очень серьезные технологии, которые работают как раз на мифе о том, что идеологии нет. То есть есть такая вот интересная точка зрения, что самое лучшее управление – это то, которого не видно. И очень серьезные и очень влиятельные силы в мире сегодня как раз применяют вот эту идеологию, когда ее как бы нет, но она за сценой определяет очень многие вещи в нашем мире. При этом это может быть очень как бы ненавязчиво и тонко. Идет манипуляция не через какие-то как бы объявленные и такие открыто заявленные мемы или образы. Все идет через внутренний мир людей, то есть идет воздействие на внутренний мир человека, тем самым определяется его поведение в той или иной политической ситуации. Вот это и есть то, что как бы сейчас называется бесструктурным управлением.
И то, как человек среагирует в той или иной ситуации, во многом определяется тем, какое мировоззрение, какие образы, какие мысли в него закладывались с детства, какие клише в нем есть в сфере политики, в сфере существующих как бы реалий. И вот этим самым управление как бы производится, хотя субъекта управления как такового может быть и не видно. Очень важно это все читать, потому что если мы не видим тех ниточек, которые за кулисами, мы во многом не понимаем, а что тот или иной субъект делает на политической арене и как он проводит свое управление. Но как только мы распознаем, читаем вот этот пазл, как только мы начинаем дешифрировать вот эти как бы силы за сценой, то сразу становится понятно, кто чего и как делает на политическом. Ты хочешь сказать, что все управляемо, да? Да. Я придерживаюсь точки зрения, что в мире нет неуправляемых процессов. Просто во многих случаях это управление проводится настолько тонко и настолько профессионально, что его просто не видно невооруженным глазом. Но это не значит, что его нет. Еще одна аналогия. Вот есть знаменитый миф, древнегреческий миф об Одиссее, когда он приходит на остров к одноглазому циклопу и, воспользовавшись тем, что циклоп спит, он поражает его единственный глаз. И когда циклоп спрашивает: «А кто ты?», ответ звучит такой: «А я никто». И когда он уезжает и на помощь, на крики циклопа приходят его как бы друзья циклопы, чтобы помочь и наказать того, кто осмелился напасть на их как бы друга, на вопрос о том, а кто выколол тебе глаз, звучит ответ: «Никто». И тем самым... В этих словах такая обреченность, знаешь, звучит. То есть мы никогда не распознаем, кто стоит за кулисами. И то есть надо вот что делать? Плыть по течению или распознавать? Хорошо, тренды мы распознали, пазлы можем собирать. И что дальше? Что это нам дает? Ну, это фантастически интересный момент, я отметил, Константин, потому что здесь возникает уже проблема, а чего делать, как только мы поймем, кто стоит за кулисами и какие технологии применяются для управления. Здесь появляется возможность альтернативы, то есть... Люди, которые понимают, как работает управление, реальное управление в современном мире, они уже сами могут применять некоторые технологии, которые применяются уже теми, кто это делает сейчас, но совершенно с другими целями. Потому что, как мы все понимаем, в мире сейчас ситуация такая, что вот те, кто применяют эти технологии, в конечном итоге строят общество, чтобы кучка маленьких людей, маленькая кучка, скажем так, людей владела основными богатствами мира, управляла миром, паразитировала на труде всех остальных, при этом, чтобы ее особо не было видно. И вот возникает возможность делать в управленческом смысле примерно то, что они делают, но совершенно с другой целью, чтобы создать такой мир, где будут идеалы справедливости, добра. Ты хочешь сказать, что его, возможно, это не утопия, да? Ты хочешь сказать, что вот эта маленькая кучка может стать большой, а вот та маленькая станет наоборот, да? То да, есть да. Это реально? Или это, ну это мы знаем, что еще и по истории, и там, что вот эта маленькая кучка, она правит миром, и вот глобально там, я не знаю, 90% богатства или сколько у нее, ну, как бы... Да-да, как раз вот, видимо, надо уже людям в это поверить, потому что это будет как раз первый шаг к тому обществу, которое рано или поздно придет на смену тому, которое мы имеем сейчас в глобальном и, соответственно, в региональных масштабах. Вот вопрос утопии. Очень интересный вопрос, потому что, когда разговоры заходят на эту тему, всегда это... тема всплывает. Люди говорят, были же попытки, там город солнца, там вот эти все французские мыслители, как бы социалисты, утописты предлагали свои
проекты, и почему бы и нет, Советский Союз как неудавшаяся попытка, да, построить вот это светлое, да, общество. Очень интересная тема, и я думаю, в принципе, можно бы ей посвятить отдельную беседу, потому что на примере Советского Союза можно не только понять, как шло управление миром и какие технологии применяются теми, кто как бы стоит за кулисами, но и также понять, а почему вот этот достаточно светлый в своей основе проект построения справедливого нового такого общества будущего, почему он в итоге потерпел сокрушительное поражение. Очень интересная тема. Но если вернуться к утопистам, то вопрос, видимо, надо ставить так. Все начинается с идеи, все начинается с образа. Если мы не имеем образа будущего, то мы его никогда не построим. Это не значит, что мы, если мы его имеем, то мы обязательно... Образ будущего будет... может быть выиграть чемпионат мира по футболу, посадить там 100 миллионов деревьев и так далее. А что в твоем понимании образ будущего? Здесь очень важно, на каком уровне мы работаем. То есть, если мы работаем на уровне каких-то маленьких конкретных шагов, это тоже важно. Но всегда надо видеть большой план и осознавать, куда мы идем и для чего мы все это делаем. Видимо, должны быть некоторые реперные точки, некоторые маяки, к чему должно стремиться человечество и к чему должны мы все... Закладки. Да-да-да, хорошее слово. И, может быть, в первом приближении такими закладками могут быть хотя бы попытки того, чтобы... была справедливость, при этом она не имеет никакого отношения к уравниловке. Справедливость в том плане, что каждый человек будет творчески работать на благо всех, и будут некие критерии, которые позволят оценивать его труд на благо общества. Очень важной реперной точкой является момент всевластия денег. То есть сегодня мир, он как бы полностью контролируется и управляется вот этим чистоганом. И не может быть справедливого общества, в котором деньги являются главным в жизни и возведены на самый высокий пьедестал. В Армении сложно будет вот эту модель поменять, понимаешь? Здесь вот этот культ денег, и у кого больше денег, у кого больше машина, у кого больше охрана, больше офис, не знаю, там больше родственников, больше друзей, больше соседей, больше квартиры, больше дом. Абсолютно верно. И поменять будет трудно не только в Армении, то и в любой другой стране. Это будет очень серьезная и ответственная задача, но человечеству придется ее решать, потому что... Зачем придется? Мы сейчас подходим несколько другой, более такой, может быть, актуальной, интересной стороны к вопросу, потому что ситуация в мире, как уже очень многие аналитики, ученые и мыслители начинают об этом просто трубить, приходит какой-то критической точке, ее называют иногда точкой невозврата, когда уже в силу тех серьезных изменений, негативных изменений, которые происходят в биосфере Земли, мы можем оказаться перед ситуацией, когда вот этот маленький мир, который создан для человека, создан просто идеально, и там есть все, чтобы человек там нормально жил и развивался, он может быть просто разрушен. То есть перед лицом глобальной катастрофы мы должны будем поменять. Только это нас может подвигнуть. Видимо, да. Видимо, нужны какие-то катаклизмы, как говорится в русской пословице, пока не клюнет жареный петух. Или пока гром не грянет. Или пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Потому что инерция социальных процессов очень высока, и иногда люди вот в текучке своих дел, да, вот в этой погоне за хлебом насущным, в решении всех своих как бы текущих проблем, не очень много времени имеют думать о таких высоких материях. Материях, глобальных проблемах. То есть ты считаешь, что вот сейчас как бы какой-то подходит дедлайн того, что мы должны начать думать, и есть сколько-то времени, пока мы до точки невозврата дошли,
Абсолютно. Почему ты так считаешь? Что случилось? Ну, экологические проблемы, допустим, понятно, которые ты можешь назвать сейчас. В мировом масштабе, что не так в мире вообще? Что происходит? Вот сейчас там тренд такой, да, вот что там либерализм плох, он изжил себя, или он умирает, или вообще это плохо, что вот кучка негодяев держит весь мир. А обоснование всему этому есть на самом деле? Или другая модель, которая могла бы заменить то, что есть на сегодняшний день? Признаки надвигающейся катастрофы есть, они достаточно внятны. Я сейчас попробую несколько таких признаков обозначить. Первое, ну самое такое, видимо, быстро поддающееся пониманию, это экологическая катастрофа. О ней сейчас не говорит только ленивый, и это стало уже мировым трендом, появляются уже такие медиафигуры, как Грета Тунберг, которые буквально паразитируют на этой теме, как бы это стало очень таким мировым трендом. Почему? Потому что объективно, да, есть очень серьезные основания полагать, что хрупкая биосфера Земли уже подходит к точке невозврата. Вспомню хотя бы эти огромные пластиковые острова мусора, которые сейчас плавают в Мировом океане, чтобы как бы понять, что мы что-то не то делаем как цивилизация. Так, разве так мы должны смотреть за вот этим маленьким, голубым, хрупким, красивым шариком, который нам, можно сказать, Всевышний дал как место обитания? Что-то не так. Но это далеко не единственный маркер того, что ситуация уже близка к критической. Давайте посмотрим, что происходит в мировой политике. Давайте посмотрим, да, что происходит с международным правом, так называемым, которое уже почти сейчас никто не вспоминает. Давайте посмотрим, что происходит в одной из самых мощных бастионов существующей системы в Соединенных Штатах Америки, которая, не побоюсь этого слова, очень близко подходит к грани гражданского конфликта. И мы видим, какой уровень дискуссии и какие как бы тренды проявляются в этой стране. А это флагман, а это как бы всегда был светочем, да, демократии, светочем цивилизации. Ну, если со светочем такие процессы происходят, то уж где всем остальным. Давайте посмотрим, что происходит в мире моральных ценностей. Давайте посмотрим на этот, как бы, на эту вакханалию, на этот Содом и Гоморру, которая со всех утюгов сейчас на нас льется, из всех уголков мира. И вот это, как бы, размывка ценностей, вот этот уход с арены тех ценностей, базовых таких, фундаментальных ценностей, которые всегда держали человечество вместе и помогали ему не превратиться в животное, вот это тоже как бы сейчас потихоньку отходит на второй план. Почему бы и нет? Опасность военного конфликта, она очень реальна, и человечество может прийти к ситуации, когда просто уже конфликт может стать разрушающим для всей человеческой цивилизации. То есть это все маркеры, которые должны нас всех как бы разбудить, взбодрить, да, вот хорошее слово, и мы как бы должны уже потихонечку начать думать, а что не так? О чем мы не так делаем? Мы явно делаем что-то не так. Мы, как цивилизация, как вот, вот эта большая, очень разнообразная, очень разноликая вот это биообразование, которое сейчас живет на планете. И как это вот Земля. Это вот разнообразное, как ты правильно сказал, образование, оно будет объединяться под общие задачи или цели? Ну, вот это как раз и будет та миссия, которую... Турки, курды, американцы. Может быть, пример будет несколько приземленным, и он будет только из сферы политики, но давайте посмотрим на
буквально на днях, что произошло в Сирии и как это связано с тем, о чем мы говорим сегодня. Вот это, Сирия – это клубок, это такой, может быть, самый запутанный, один из самых запутанных клубков на политической карте мира. Но мы видим, как удается теми силами, которые как бы играют определяющую роль в этом регионе, шаг за шагом, терпеливо, последовательно этот клубок распутывать. То есть идет процесс сверки интересов, идет процесс притирки очень разных, порой антагонистичных, порой готовых вот буквально убить, вгрызться в горло друг другу. Но вот в данном случае эту политику проводит Россия, то есть в роли арбитра в Сирии выступает Путин. И он пока ему удается вот выйти на эту модель, когда, несмотря на все разногласия, несмотря на всю противоречивость ситуации, шаг за шагом в Сирии устанавливается мир, потихонечку территория как бы успокаивается, потихонечку решаются вопросы с теми маргиналами, которые не хотят принимать общечеловеческие ценности, а это очень принципиальный вопрос, и надо с ними говорить на том языке, который они понимают. И потихоньку мы видим, что страна медленно, но верно входит в нормальное русло. Это пример. Это не значит, что мы должны как бы все как бы следовать этому примеру. Но это как бы дает нам шанс и надежду, что можно договариваться, что можно находить общий язык между очень разными силами, если есть какие-то принципиальные базовые ценности, о которых можно договориться. Вот, видимо, такую работу мы все должны начать уже на глобальном уровне. И почему бы и нет? Пришла пора заняться такой работой у нас в Армении. Потому что что мы видим сейчас в Армении? Опять-таки разброс, шатание, разные политические как бы предпочтения, старые, новые, хорошие, плохие, вот эти все белые, черные, да, вот это все время как бы за Стамбульскую конвенцию, против Стамбульской конвенции, там за посадку, против посадки и так далее. Этот список можно продолжать. Вот это тоже специально как бы и очень тонко проводимое управленческое воздействие, которое называется разделяй и властвуй. То есть мы должны уже потихонечку говорить о том, а что нас объединяет. Ведь все мы, неважно как бы в какой власти мы работали, где мы сотрудничали с кем, в какой период, где какую должность занимали, все мы в конечном итоге, да, армяне, скажем так. Вот это нас, а что нас объединяет? Вот, допустим, человек, который работал, к примеру, в администрации предыдущих президентов, он же тоже по-своему пытался сделать Армению лучше. Другой вопрос, что у него как бы несколько другой подход к тому, а что такое лучше и как это сделать. Но, может, нужно попробовать вот строить какие-то отношения на том, что нас объединяет, и не говорить все время о том, а что нас разъединяет. Вот есть же какие-то базовые ценности. Вот есть солнышко, которое светит каждый день. Вода у нас. Вода. Есть пока. Семья, да, вот допустим, вот семейные какие-то. То есть ты считаешь, что нынешняя политика, она в корне не соответствует тому, о чем ты говоришь, потому что ты говоришь о том, что надо найти какие-то тезисы, которые бы нас объединяли, а не разделять. И там, ну, это политика, политика популизма же, да. Ее используют. Начинает Чавеса в свое время, и Эрдоган, и все остальные. Говорит, что я это народ, и что я хочу, соответственно, то народ и будет делать. В том-то и дело. И ты абсолютно прав. Если мы попробуем понять, а какие базовые ценности стоят за существующей концепцией, то здесь как бы три последовательных шага. Первый. Понять, а какова идеология сегодня? Вот реально, вот когда вот мы смотрим вот это все мельтешение политических вот этих партий, там вот этих говорящих голов, а что за кулисами, как бы, что ими двигает, какие ценности находятся в их модусе
в их способе проведения политики. Это первый шаг. Второй шаг – это понять, а почему они неправильны, и если они правильны. И третьим шагом уже предложить некую альтернативу. То есть мы должны как бы подняться над ситуацией, понять, какова идеологическая подоплека существующей системы, осознать, почему она в принципе не может привести к храму, это не есть дорога к храму, и предложить альтернативу. И мне кажется, что вот этот процесс в мире уже потихоньку начинается. А в Армении? Ты говоришь понять, надо понять. Представляешь, да, здесь там, когда там 90% людей заняты там чем-то совсем, грубо говоря, хлебом насущным. И они должны понять что-то, да, там, как вот кто-то, или кто-то должен понять, кому-то объяснить. Как вот все сразу должны понять. Хороший вопрос. Сколько это времени должно пройти, какой процесс, уровень образования глобально ты себе представляешь, когда люди готовы верить просто на слово, а не верить делам. Да, это тоже наша армянская, конечно, действительность. Конечно. Они могут кому-то поверить, завтра перестанут верить, но зато поверят. А вот по делам, посмотреть, что человек делает, вот до этого у нас еще не доходит. Абсолютно верно. И ты как бы обрисовал те этапы, опять-таки, очень практично и приземленно, которые должна проходить любая идеология, прежде чем она войдет в массы и прежде чем она как бы будет владеть умами. И да, первый шаг должен был сделан теми, кто в той или иной степени профессионально этим занимается. Это в основном как бы, ну, я не люблю это слово, элита. Да, ну, но это как бы те люди, которые, элита в хорошем смысле, то есть это может быть, утрирую, какой-нибудь пастух на склоне какой-нибудь горы, который тоже очень много понимает в этих вопросах, и он тоже может быть частью этой элиты и участвовать в этом процессе. То есть не обязательно, чтобы профессора, да, в университетах вот это были регалии были, какие-то. Да. Вот. И как раз наоборот, это порой очень мешает, потому что те люди, которые достигли чего-то в существующей системе, они достигли, опять-таки, под какой-то идеологией, которая иногда ведет не туда, куда нужно. И вот когда этот круг людей внутри себя создаст, осмыслить ситуацию, создать некое поле как бы взаимодействия и некий образ будущего, вот тогда уже будет стоять вопрос, а как ко всему этому приобщать всех остальных, у которых просто, как ты правильно отметил, нет времени или, может быть, даже желания заниматься этими вопросами. Но каждый должен заниматься своим делом, это тоже известная поговорка. Поэтому очень важно сейчас, чтобы вот этот дискурс, он шел, активизировался. И в этом смысле я очень ценю то, что делает агентство «Новости Армения», вот, в виде бесед, в виде вот этих дискуссий и разговоров на серьезные темы, потому что это тоже как бы один из маленьких, но очень важных реперов, работающих в нужном направлении. И вот когда вот это консенсус, он как бы образуется, это будет очень непростая и очень нелегкая работа, потому что ведь у каждого человека есть свое видение будущего. Тем более у армянского человека. Тем более, да, у армян, когда каждый является сам по себе философом, и это хорошо. И может быть как раз вот это и является той формулой, которая вот откроет двери в будущее. И если уж армяне приходят к общему знаменателю и выходят на какую-то такую концепцию будущего, это значит, что это будущее уже близко. Хорошо, тогда идеальное будущее для Армении, по-твоему? Допустим, мы подготовились, допустим, элиты собрались, допустим, мы начали вот этот диалог, да, считая, что вот мы с тобой как бы говорим о чем-то. Как ты это видишь? Что это должно быть? Какая страна? Ну, очень важно тут, в основе всего, видимо, должна будет лежать, как это ни странно, психология человека. То есть мы приходим как бы к
к личности, к тому, как психология конкретной отдельной личности устроена. И вот современная психология, есть такое очень интересное направление, которое выделяет четыре типа строя психики. В зависимости от того, как устроен человек, какими идеалами он в жизни руководствуется, и чему он верит, и куда он идет. Очень кратко обрисую, и мы сразу, как бы, может быть, сделаем от этого шаг к ответу на твой вопрос. А вот каковы вот эти контуры, да, будущего? Хотя бы контуры. Да. Понятно, ну, что понятно, мы, да, план не хотим сейчас от тебя. Естественно, мы не сможем, да, пока. Да. Это будет работа очень большого. И но очень... видение же в том числе должно быть, да, какое-то. Об этом надо говорить, и мы будем об этом говорить. Итак, четыре типа строя психики. Первый – это те, кого условно мы называем человек животного типа психики. Это те люди, у которых, как бы, в основе деятельности положены инстинкты. В основном они руководствуются своими инстинктами в своей каждодневной деятельности. Большой процент людей в современном мире, и те, кто пытаются миром управлять сегодня, как раз делают очень большую ставку. Ну, потому что их много людей, просто этих людей, их которые в силу определенных, да, причин. Можно, как, да, есть, да, несколько очень, да, таких легких способов манипулировать. Манипулирование, абсолютно верно, хорошее слово. Вторая группа – это условное опять название, это люди с зомбированным типом строя психики. Это, как бы, несколько утрируя, это такой обыватель, да, который придерживается общепринятых норм и правил, живет в существующей системе культурных ценностей. Делает все, как, делает как все, как все. Абсолютно, да, верно. Тоже достаточно большой процент людей, достаточно легко управляемых. Третий тип – это, условно, их можно назвать люди-демоны, демонический тип строя психики. Это те люди, которые в силу своего внутреннего развития смогли подняться над уровнем человек-животное и человек-зомби, они уже понимают. Элита. Да, это и есть основная вот современная, так скажем, мировая элита, которая, которой уготована роль пастухов, которые пасут вот всех этих остальных, человек-зомби, человек-животное. И они живут, их уровень жизни в существующей системе существенно выше. Как бы сюда входят, кстати, вот все эти известные богачи, банкиры, вот эти есть разные там списки, 359, Forbes, да, вот так эти далее, все, да, семей, которые контролируют все деньги в мире, там, вот все эти голливудские звезды, все эти певцы, там, киноактеры, вот, те, на которых должны все остальные. Но ты как-то так скептически о них говоришь, я так понимаю. Ну да, потому что, в принципе... Хотя они вроде там элита, которая... Да, ну, я бы не хотел быть на их месте, потому что они тоже очень подневольные люди, и степень свободы в их деятельности не очень высока, несмотря на те материальные возможности, которыми они обладают. И, наконец, четвертый тип, которого очень мало, и который называется тип психики человек. Это когда уже у человека нет потребностей в самоутверждении в таком широком смысле слова, и им очень трудно манипулировать, и вот такой человек с таким вот строем психики, он уже ставит себе целью какие-либо заоблачные ценности, там, построения нового общества, там, сделать так, чтобы... Назови жизнь, пример таких людей. Но, ты в основном всех назвал уже, всех, да, трех, а теперь вот эту... Ну, сразу приходят на ум великие учителя, такие как Будда, да, скажем, Христос. Все, я понял. Мухаммад. Теперь представь этих там вот этих человеков, там 100 наберется, или, я не знаю, 50, или 1000. И что, и вот дальше ты этот психотип. Да. И как мы вот к этому, куда мы идем, на какую? Теперь мы приходим вот к твоему, да, вопросу. Да, а, да. И да, что из видение, этого? Да, да. И вот получается вот такая интересная штука. В Библии есть притча, когда
я дословно ее не вспомню, но суть в том, что Бог говорит людям, что если в этом городе 10 праведников, да, найдется, то я его спасу от всех катаклизмов, да, от кары Божьей, этот город спасется, да. И оказывается, что в духовном мире там есть как бы свои законы, и 100 — это огромная цифра. Если наберется 100 вот таких праведников, да, это будет как... То есть, если мы в Ереване, в Армении найдем 100 праведников, у нас все будет хорошо. Да, и мы не представляем, это кажется немножко как бы заумным и фантастическим, но на самом деле, если вдруг это произойдет, то это будет иметь эффект термоядерного взрыва на уровне духовного плана. И вот оттуда уже будут идти волны, и оттуда будут эти идеи, образы, а так управляется мир символами и образами, которые уже начнут реально менять существующую ситуацию. Понятно. Я все понял, ты схему рассказал, по-твоему, как это ты видишь, а видение того, что должно быть, что мы будем иметь? Ну, в первом приближении, схеме я понял. Да, в первом приближении можно как бы дать какие-то реперные точки. В принципе, в первую очередь, это должна быть в экономическом, скажем, да, срезе, в экономическом плане. Это видится как доминирование общественной собственности на средства производства при полной свободе частного предпринимательства на микро и, может быть, чуть-чуть на мезоуровне. Вот такая модель, такая вот. Ну вот, в частности, есть интересные работы Гелбрейта, как он подошел к этим вот схемам. Но во многом это должна быть новая схема. Она не должна и не будет повторять то, что было создано до сих пор. В сфере политики, опять-таки, мы можем выйти на некие новые структуры управления. В частности, можно поставить вопрос о необходимости концептуальной власти, то есть некой совести нации, некого органа, некого как бы вот такого места, где решаются серьезные мировоззренческие вопросы, и который стоит над всеми остальными структурами власти существующей. Потому что это тоже очень интересный момент. Мы же должны осознавать, что вот те три вида власти, о которых нам все время рассказывают, они далеко не единственные и далеко не самые главные, что судебная понимать, система, да, законодательная, исполнительная и судебная власти, еще есть идеологическая власть и концептуальная власть. И вот эти две ветви власти, они как бы всегда за кулисами, и их не очень видно, но они являются определяющими. И пока мы не построим вот эти две ветви, те существующие видимые структуры, они не будут работать в той мере, в какой они должны. И они будут как бы замкнуты на чужую, какую-то другую концептуальную власть, потому что, как мы уже сказали, нет никакой политики без концептуальной власти. Не создаешь свое, кто-то другой будет рулить, кто-то другой будет задавать образы и принципы. Скажи, пожалуйста, а по времени ты как это видишь? У нас есть годы, столетия, тысячелетия во всех этих временных отрезках, да? Потому что сейчас люди говорят об экологической катастрофе в разрезе уже чуть ли не там 10, 20, 30 лет. Да, а вопрос нас... хороший. Я думаю, что процесс уже начался. Я думаю, что речь идет о годах. Кто знает, может быть, и о месяцах. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в мире. То есть сейчас уже идет очень видимый процесс ускорения темпов во всем. И процессы вызревают и проворачиваются очень быстро. Здесь есть также и космические циклы, но мы пока сейчас не будем касаться этих тем. И я думаю, что есть также момент, как мы уже отметили, жареного петуха. То есть будут подсказки очень такие
считать, да, надо импульсы. Да, да, абсолютно верно. Надо как бы расшифровывать, а что происходит, кто чего хочет сказать и какие процессы в мире разворачиваются, чтобы быть адекватно реагирующими и чтобы удалось как-то найти вызовы, найти свои собственные ответы. Армения может стать, потому что я думаю, что процесс будет идти, вот как идет кипение воды, да, вот появляются какие-то вот пузырьки, пузыречки, где вот, да, вот интенсивно процесс проходит, кипение. Точно так же будет идти процесс в мировом плане, и, естественно, не во всем мире сразу как бы все начнет меняться, будут появляться какие-то вот такие точки роста, точки активности, точки вот новых идей, и мы имеем шанс вот стать одной из таких точек в силу вот нашей ментальности, в силу наших талантов, почему бы нет, в силу теплоты армянской души, которая как бы несколько отличает немножечко армян от других народов. И здесь вызов, и в то же время здесь есть очень серьезный посыл на тему того, а сможем ли мы войти как нация, как народ в этот новый, создаваемый новый мир, потому что период турбулентности, который сейчас в мире начинается, он очень опасен для маленьких народов, и, как мы знаем из истории, как раз в эти периоды, как бы, когда вот эти большие дяди дерутся у, да, маленьких, дядь чубы летят, есть такая тоже украинская пословица, и чтобы не оказаться в этой ситуации, все же, мне кажется, мы должны попробовать представить миру некую новую модель общественного устройства, как бы обрисовать и начать реализовывать свой некий образ будущего, который, может быть, и будет той спасительной палочкой, той визитной карточкой для нас в новом мире, и который будет также и нашей охранной грамотой в том плане, что будут стараться не очень трогать вот этот, в хорошем смысле трогать, вот этот маленький оазис, да, если он образуется, оазис будущего, оазис нового мира, оазис нового способа построения людских взаимоотношений. Я уверен, что мы способны как народ, как нация вот выйти и на такой уровень, и почему бы и нет, предложить миру некий интересную версию будущего и в содружестве, и во взаимодействии со всеми остальными народами, которые будут предлагать, может быть, свои какие-то версии, вот выйти на вот эту общность уже планетарной цивилизации и найти как бы выход из этого тоннельного сценария. Спасибо большое, Армен. По-моему, очень интересно было. Есть темы, которые мы не затронули, ты бы хотел о чем-то поговорить? Спасибо, Константин. Эта беседа, она, мне кажется, очень важна, потому что вот этот жанр бесед, по моему глубокому убеждению, он будет скоро очень превалирующим и доминирующим в масс-медиа, потому что люди устали от вот этого стандартного вопроса и ответа, и каждый человек, я думаю, будет иметь что сказать вот в этом дискурсе, в этой новой, в этом рождении новой парадигмы, и мне кажется, что это вот тематика и эти беседы будут иметь продолжение. Спасибо большое всем, кто нас смотрел и слушал. Спасибо. Спасибо.